Салат селянка – это вкусное, питательное и очень простое в приготовлении блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и разнообразит ваш повседневный рацион. Берите на заметку рецепт. Для приготовления салата селянка понадобится морковь, яйца, зеленый лук и майонез. Вот из такого просто и доступного набора ингредиентов можно приготовить вкусный и сытный салат для всей семьи. Готовится салат селянка очень просто и быстро, особенно если заранее сварить яйца и морковь. Тогда останется только нарезать все продукты, заправить и смешать. Заправлять салат можно как майонезом, так и сметаной. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью, тогда он будет выглядеть еще более аппетитным. Яйца куриные, 4 штуки. Морковь 1 штука. Лук зеленый 1 пучок. Майонез 1 столовая ложка. Соль 1/2 чайных ложки. Количество порций 2. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Вареную морковь почистите и нарежьте кубиками. Вареные яйца очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кусочками. В глубокой тарелке смешайте яйца с морковью. Зеленый лук хорошо помойте, мелко нарежьте и выложите в тарелку. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте. Салат селянка готов. Приятного аппетита!